Дворовую территорию дома номер 123 по улице Ленина до дня города и района приведут в порядок. Свою часть работы – бетонирование входов и подъезды – уже выполнила управляющая компания совместно с жильцами дома. Обследуя территории совместно с главой администрации городского поселения Юрием Витальевичем Фисенко, было принято решение провести благоустройство дворовой территории в многоквартирном доме по Ленина 123. Силами управляющей компании произведено бетонирование входов, площадок входов в подъезды. Администрация до дня города произведет, по договоренности с главой администрации, произведет ямочный ремонт проезжей части дороги и асфальтирование тротуара. Проведенные работы позволят жильцам комфортно передвигаться по дворовой территории и, конечно, улучшат ее внешний облик. По словам руководителя управляющей компании, жильцы вместе со старшей по дому всегда принимают активное участие в субботниках по наведению санитарного порядка и озеленению, так что ко дню города и района смогут навести финальный лоск.